Привет всем. Купил я чугунный казанок и теперь я его подготавливаю к работе. Смотрите, ребят, я насыпал соли, но предварительно сначала его помыл моющим средством, как в инструкции было указано. Засыпал солью и сейчас я это все дело прожигаю. Казанок у нас прожигается из соли. Смотрите, какую яму я выкопал. Все по краям равномерно я все распределил. И чтобы наш казанок в будущем нас радовал кулинарными шедеврами. Прошло минут 15 где-то, она плохо в итоге нагревается. Было решение принято накрыть это все дело крышкой. И пусть она вместе с крышкой уже она лучше прокалится. Ребят, вот я высыпал сюда соль, оставил не так много. И теперь я вот так вот ее по краям рассыпаю. Это я увеличиваю жар нашего казанка. Ребят, в итоге выкинул я все оттуда, всю эту соль, помыл в кипятке, протер тряпкой, остудил его. Сейчас поставили заново, налили масло подсолнечного. И вот Серега здесь месит. Но это надо сначала раскалить было его до 100 градусов, ну выше, и вот залили масло. О, коптит как здорово. В таком состоянии стал наш казанок в рабочем. Теперь можно все готовить. Ребят, кому была полезна информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.